Дорогие друзья, поздравляю вас с наступающим Новым годом. Желаю в новом году прежде всего здоровья, благополучия, счастья, чтобы у вас появлялись новые цели, новые желания. И весь год вам сопутствовала удача и хорошее настроение. Не забывайте, что после новогодней ночи наступает 1 января. Как в Новый год войдешь, так его и проведешь. 1 января для нас очень семейный день, потому что после праздника, после новогодней ночи мы идем к родителям в гости. Конечно же, мы в этот день очень много едим, потому что невозможно не есть все эти вкусности, приготовленные с душой, с любовью. И на нашем праздничном столе всегда есть бутылочка Боржоми, которая позволяет нам чувствовать себя легко и комфортно. Боржоми – спонсор моего 1 января.